В региональном центре «Мой бизнес» состоялось обучение, посвященное работе с маркетплейсами для самозанятых предпринимателей и ремесленников, занимающихся производством собственной продукции. Это мероприятие собрало людей, стремящихся расширить свои горизонты и освоить современные инструменты продаж. Подробности в нашем сюжете. Ирина Сидорская более 4 лет занимается изготовлением аксессуаров. Маркетплейсы – отличная площадка для реализации товаров. Поэтому Ирина пришла на семинар в центр «Мой бизнес» узнать о новых трендах на рынке онлайн-продаж. Именно для того, чтобы понять, прибыльно ли это будет для меня, актуально ли для меня. То есть, как бы, вот мне хочется прощупать, поэтому именно сегодня я сюда пришла. Участники семинара делились своими проектами и идеями, а специалисты рассказали о ключевых приемах, которые помогут выделиться среди конкурентов. Обсудили, как подобрать площадку под свой товар и как использовать современные тренды. Обучение организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для самозанятых и ремесленников это очень важно — найти своего покупателя. Потому что они собственным трудом производят свою продукцию, и от того, как она будет скоро будет реализовываться, зависит, собственно, вся их бизнес-модель и дальнейшее развитие. О необходимости усилить обучающую работу с предпринимателями по входу на электронные торговые площадки ранее говорил в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона уверен, что это поможет самарцам продавать свою продукцию не только локально. Они смогут расширить свои возможности и развивать бизнес. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».